Всех приветствую. Идем на рыбалку. Уже третье место. Вот такая картина. Там вот вроде ледик, ничего. Мы прошли, проверили. Но тоже местами майны есть, промоины. Сейчас попытаемся там поймать щуку. Или окуня. Что-нибудь такое хищное. Ну, морозец такой нормальный. Градусов под 10 с рассвета. Но мы уже 10 часов дня ездили тут. Мохи болота, в общем, объездили, чтобы более-менее место найти для рыбалки. Тём! Как он сиранул, слышишь? Смотри. Я думаю, что если на тебя попало... Там нормальный разброс такой, что с картечи на 100 метров. Это он хотел специально на тебя, но промахнул. Да-да. Я в него типа стрелял, а он в меня. Ждем теперь. Возьму блесенку, пойду там покидаю. О, подожди меня! Как скользко бежать! Ну чё? Ну хоть поклёвка. Не в сторону. А вот вижу груди. Ага. Целенький, невредимый. Ну, может, окунь? Или мелкая? О, загорелась. Ага. Я вижу. Оба. Что, будешь доставать, не? Так она шмотала, когда ты ее дернул. Ну накормил щуку. Сбила тоже. Ну, живец на месте. Ну, уже 4 холостые поклевки, уже что-то. О, загорелась там. Вот та, видишь, в углу. О, и та загорелась, нифига себе. Да ничего не кажется, я вижу. Вот та и вот эта. Да что нам не кажется, если горит? Ну рыба есть, значится. О, мотает, мотает. Только я отсюда ушел и сразу
Поклевки начались. Нормально? Ай. Мелкая. Блин, как всегда, все поклевки в один момент. А леска перехлестнулась, блин. Не перехлестнулась, а тут такая... Узел такой жесткий. Завела в траву, короче. Блин, я думал, есть. Не крутит. Уже 7 поклевок. Только одна. Они быстро произошли, да? Да, одновременно. То сидели. Без поклевки, а сейчас раз и все. Сразу. Что-то есть. Хорошая. Вот такая красотка. Ну и я обрыбился. Наконец. Ну, это тоже уже получше, ничего. Небольшое. Опа. Опять на соседнюю. Как она выплюнуть пытается. Смотри живцом еще. Возьми там живца из поставшего. Нормально, процесс пошел. Десять поклевок, да? Ну да. Десятая поклевка. Такая щучка. Вот такой красавчик. Опять на ту. Блин. Ты услышал ее? Угу. Крутила, когда бежал? Нет. Ну чё, чё, чувствуешь, говори. Ничего не чувствую. Ничего не чувствую, значит ничего нет. Ну отмотала нормально, я смотрю. Я бежал не мотал. Хотят нас забомбить. Особо крупного размера. И лебеди летят, еще упаковка горит. И жена звонит, все в одно время.
погрызла живца и ушла. Загорелась, это самое последнее. Да. Пиявочка. Почему-то здесь какая-то на свет, а может ну, и... светлая вообще. Так понимаешь, вес крупный стоит. Да. Ох, ничего себе. Ничёшная. Так дернула, что шкатушка засвистела. Что загорелось. Смотри, там только аккуратнее, я там чуть, бляха-муха, мимо не пошел. Троху в стороне, да? Я услышал, услышал и не вижу. Я тоже понял, как будто ты. Пошла? Ну ничего такая. Какая стандартная тут вся. Ловил! Встань туда. А? Да, надо было встать от солнца. Забирает. Ножичек. Она самая маленькая на сегодня. Вот такого окушка только что взял на чертика. Ну тут 200 грамм стабильно. Смотри, как затянуло, да? Больше. О, щупаковка загорелась. Там. В углу. Опять этот узел. Это щупаковка, надо ее. Как в траве какой-то, ничего тут нет. Ну, это тузело, наверное. А, вон, щучка. Нормально? Нормально. Слушай, в траве как за... Короче, надо это... если честно, даже не понял, что я ей думал.
А в прошлый раз она вот туда утащила. Нормальная, толстенькая. Все, я туда кину. Юбилейная 10-я. Окуней себе забирай, а я щук себе забираю. А? Давай я себе щук, а ты себе окуней. О! Целый пакет рыбы.